Они привыкли выполнять тактические задачи. Бойцы СОБРа вернулись из Северо-Кавказского региона. В командировке они пробыли 90 дней. Новый год встречали на боевом посту. А сейчас, наконец, смогли увидеть родных, которые за них так переживали. Ну, естественно, как бы жена, дочка, родители, близкие, друзья. То есть все звонили, все беспокоились, все узнавали, как дела, как проходит командировка. Их встречают с особым трепетом, ведь за годы службы члены СОБРа становятся единым братством. Начальник управления лично обнимает каждого, вручает благодарности президента России и нагрудные знаки за отличие в служебной деятельности. Ведь СОБР – это элита российской армии. Бойцы СОБРа, они вообще универсальны во всем. То есть каждый боец СОБРа владеет любым видом оружия и техники, состоящей на вооружении Росгвардии. И этого мы добиваемся от своих бойцов, чтобы они умели уверенно владеть. Хотелось, наверное, мечта была еще служить в спецназе. Вот поэтому и выбрал эту профессию. Служил в милиции, начал в милиции служить с простого патрульно-постового милиционера. Ну и в дальнейшем перевелся в СОБР. Так здесь до сих пор и служу. Просто не вижу себя, наверное, в другом месте. В этот раз выполняли типичную задачу по охране правопорядка. Действовали на территории города в Северо-Кавказском регионе, лесной и горной местности. Занимались проверкой территории в промышленной зоне и задержанием подозреваемых лиц. Все прошло тихо, спокойно, мирно, без стрельбы. Так что все живы-здоровы, все вернулись в полном составе на родную землю. Они привыкли действовать четко и быстро. Безупречная подготовка помогает бойцам СОБР выполнять любую задачу, поставленную руководством страны. Мария Рудая, Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».